Із кожним наступним суддівським «ні» дедалі сильніше нервує цей хлопець. Для нього наше шоу надзвичайно важливе. Саме через «Х-фактор» Вадим, котрий ще донедавна працював пекарем у піцерії, наважився кардинально змінити своє життя. Я бросив роботу, бросив учебу, займаюся тільки цим. Я люблю петь, я можу петь, я хочу петь. І батьки, і друзі Вадима були проти такого рішення. В один голос вони відмовляли хлопця від участі у нашому шоу. Там, говорять, там все куплено, там всі вже все купили. Куди ти підеш, на тебе посміються. Що, чого ти доб'єшся? Що ти можеш? В відповідь я сказав, от увидимо. Буде так, я прийду і звинюсь. Скажу, да, ви були праві, простите мене. Не буде так? Придется извиниться вам. Зараз Вадим понад усе боится, что его близки были правы. Я желаю хорошо выступить. Мы будем за тебя болеть. Спасибо. Пускай все получится. Хорошо? Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. А, меня зовут Вадим. Я из города Макеевки, Донецкой области. Лет вам сколько? 19. Это правда, что вы бросили работу ради шоу? Да. Для того, чтобы подготовиться? Да. Вы подготовлены? Да. Вы не нервничаете? Честно сказать, мое настроение прыгало отсюда до сюда, а сейчас я просто уже готов ко всему. Что вы нам сегодня будете петь? Группа «Ария», «Беспечный ангел». Переживает за него, наверное, больше, чем он. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра свист. Он был везде и всегда своим влюблял в себя целый свет. И гнал свой байк, а не лимузин, таких друзей больше нет. И в гостиной при свечах он танцевал, как бог. Но зато менялся на глазах, только вспомнит шум дорог. Все, что имел, тут же тратил и за порог сделал шаг. Мой друг давал команду братьям, вверх поднимая кулак. Летящий вдаль, вдаль, ангел. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Ты один только друг, друг на все времена. Немного таких среди нас. Ты летящий вдаль, беспечный ангел. Я не думаю, що треба так аплодувати і кричати «Браво!», тому що мені не вистачило все-таки більшого надриву. Дуже складна пісня і, ну, вона, знаєш, вона така кипєловська. Ну ти замучив просто своїм надривом. То йому надрив, то йому не надрив, да? 19 років – це вікова категорія від 14 до 25. І ти би знав, які сильні, молоді, нахабні, з гарячими очима. Учасники прийшли до нас, і ми їм сказали так, тому що реально ми в них бачимо суперпотенціал. Суперпотенціалу в тобі я не бачу. Може, зарано тобі ще брати участь в «Х-факторі»? Да що ти говориш, Ігорі? Вадим пел розкошно. Не спел по-своєму, не по-кипєловськи, а іменно по-разумному спел. Спасибо. Блистательно спел, голос красивіший. Голосуем. Соседа, ваша думка? Только да. Ёлка. Да. Доля Вадима у руках Серёги. Чи залишить він шанс хлопцеві здійснити свою мрію?
Після короткої перерви не пропусти. Нечуваний скандал між суддями. Вот здесь есть образ. Какой нафиг образ? Ой, вони зараз поб'ються. Соседов, откройте глаза. Жінка, яка спокусила Сергія Соседова. Ну я уже ваш, я вот просто ваш. Была б я замужем. Капец Соседову. Та чим Вадим роздратував Серегу? І я тебе сейчас брошу в топку. Ви повинні це почути. У залі всі завмерли. Просто зараз тут вирішується доля Вадима. Попри перестороги рідних, заради нашого шоу він кинув роботу і понад усе прагнув довести, що звичайний хлопець може переконати суддів грандіозного вокального шоу у своєму таланті. Я люблю петь, я можу петь, я хочу петь. Двоє суддів підтримали Вадима. Сусід, ваша думка? Тільки да. Йолка. Да. А от переконати Ігоря Кондратюка йому не вдалося. Може, зарано тобі ще брати участь в «Х-факторі»? Тож зараз хлопець, затамувавши подих, чекає на вердикт Серьоги, який і стане вирішальним. Я підтримую Ігоря Кондратюка. Спасибо. Тому що, в отличие від сусіда Сергія і від певиці Йолки, зараз були озвучені... Реальные разумные доводы. Потому что человек понимает, с чем тебе придется столкнуться в этом шоу, какие испытания тебя ждут, да, и тебя реально оценили. Да, ты привык, что тебе рукоплещут, аплодируют, публика аплодирует тебя, полюбила она тебя, да? И ты уже летаешь. Тебя уже обуяла слава. Ты уже чувствуешь себя суперзвездой. А я хочу, чтобы ты вернулся на землю, обратно в пиццерию, где ты работал поваром-печником. Ты работал поваром-печником? Да. И я хочу сейчас с тобой сделать то же самое, что ты сотни раз делал с сотнями пицц. С пиццами с сыром, с пиццами с колбасой, с пиццами с тунцом, с пиццами с помидорами, в конце концов. Что ты делал? Ты брал их и бросал в топку. И я тебя сейчас брошу в топку. В топку шоу-бизнеса, да. Фу. Спасибо большое. Фу, господи, боже ты мой. Ты уже готов? Я уже все. Я не знаю, я что уже это такое. У тебя три так. Хотя я здивований. Іди, до зустрічі. Вадим не тямить себе від щастя. Зараз не лише його близькі. Вся Україна переконалася. Він справді вміє співати. Вы вот если фильм «Адреналин» видели, вот если бы сейчас меня попросили главную роль сыграть, без дублей сыграл бы сразу весь фильм.